Кофе. Самый популярный напиток в мире. В день выпивают 2 с четвертью миллиарда чашек кофе. И тут, конечно, король кофе – это эспрессо. Настолько это волшебный и важный для всех напиток, поэтому в многих странах есть такой праздник кофе. Ну вот я знаю 23 ноября – это такой национальный день эспрессо в Америке. Мировой день кофе считается 17 апреля, и тогда же это день эспрессо в Италии. Ну, конечно, итальянцы. Итальянцы придумали эспрессо. Долгая у них была история. Раньше просто мололи, как-то заваривали, но хотелось сделать его крепче, мололи более мелко, но тогда уже вода под силой тяжести не проходила через этот кофе. Сначала пробовали пар. Не очень получилось, немножко небезопасно, но потом придумали вода под давлением. Считается, что в начале прошлого века Джованни Гаджи придумал ту вот эспрессо-машину, которую мы знаем. Там специально был рычаг, пружина и бариста. Благодаря вот этим действиям и пружине вода под давлением рывком проходила через кофе и, соответственно, могла, кофе можно было помолоть меньше, он получался более крепким, такая малая крепкая порция. Она и стала называться эспрессо. При этом в русском языке возникает такая путаница. Наши часто называют экспрессо, но считаю, что потому что это быстро, значит, от слова экспресс, быстро. Вот. Но все-таки правильно эспрессо, потому что это происходит также от итальянского слова выжимать. Именно выжимать, пресс, давление, потому что сам способ приготовления – это прежде всего 9 бар давления воды. Получается божественный напиток, обязательно с крема. Крема – это такая пенка, возникающая в правильном эспрессе. Крема переводится с итальянского «сливки», но здесь вот как бы такой это вспененный кофе. В России эспрессо стали называть его как эспрессо где-то в 90-х годах. До этого просто называли «двойной маленький», считается. Дайте мне «двойной маленький». Потом уже тоже пришло слово «эспрессо». Еще раз повторюсь, «эспрессо» именно. Все другие напитки, очень популярные, кофейни, капучино, они делаются на основе эспрессо, это король кофе. И ристретто и американо – это тоже вариация эспрессо, где меняется соотношение кофе и воды. Приглашаю попробовать.